В Ижевске две машины без водителей столкнулись лоб в лоб. Инцидент произошел на парковке магазина «Три банана» напротив Южной автостанции. Отечественная легковушка завелась с автозапуска и протаранила «Шкоду». Уровень заболеваемости ОРВИ Удмуртии установился ниже эпидпорога почти на 30%. За неделю в республике заболели около 11 тысяч человек. Почти половину обращений зарегистрировали в Ижевске. В Удмуртии во время профилактического рейда выявили 30 нарушений в работе такси. Правоохранители проверили около 100 машин. Житель Можги заплатит 10 тысяч рублей за уклонение от службы в армии. Молодой человек не явился вовремя в комиссариат. Уважительной причины у него не было. Антон Кислицын покинет Ижсталь. За несколько лет пребывания в клубе голкипер провел на льду более 80 игр и отразил около 2000 бросков. Страж ворот пожелал болельщикам крепкого здоровья и удачи.